Короче, я не знаю, чем вы там занимаетесь. Да, я знаю, что усыпляет, допустим, по тому, что у меня был туберкулез. Меня направили в больницу. Там, короче, взяли этот. И тогда родился ребенок. Нет, у меня детей не может быть. Это ты, Танечка, София и Игорек. Вот и все. Единственное, что на нее очень сильно похоже, что это Глебик из мести. А значит, это внедрение спая. Вот, Аль-Каида это. Но никак не CIA там, а не ГРУ, не FBI. А просто Аль-Каида. Просто террористическая группа людей. Бахром, Сергей, Татьяна, Игорь, Ванечка Кожаров. Ну и, конечно, Софиечки. Но не мой это ребенок. Своему ребенку я должен был отдать астрономические инструменты, когда мне было 18 лет. Я могу еще посчитать, допустим, 2010 год, минус 8, получается 2002. Вот в этом году и должна была быть стрелка, понимаешь? Но 10, 8, 10 минус 8 это 2, 2.02. Завершение 2020. Именно ее прикрывать на той территории и так далее. Не надо мне гнать. Астрономические инструменты мои. Детей у меня нету. Все остальные ублюдки, которых вы подмешиваете, как-то делаете там. Мне вообще все равно.